Что-то наш состав вообще как бы, ну, не шибко-то крут в сравнении с составом соперника. Ну ладно, погнали. Выдающиеся условия для футбола сегодня созданы на Олд Траффорд, и погода под стать стадиону. На Олд Траффорд. Смотрите этот матч вместе с вами будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы приготовили для вас отличный матч с первой и до последней минуты. Никуда не уходите. Даже не сомневаюсь, что нас ждет отличная игра. Здорово, что мы снова на футболе. Вообще здорово, супер, как классно. Трибунах. Команды будут играть в потрясающей атмосфере. Вот в таком составе играют хозяева. В воротах сыграет Эдуард Роберто. Вирджил Ван Дик. В защите сыграет с Десом. Кевин Де Брюйн с первой минуты играет. Вместе с Кайлем. Кевин Де Брюйн играет против меня? И в атаке Фрим. Роналдо. В атаке Роналдо? Боже. И давайте разберемся со стартовым составом гостей. Аспир Бегович играет сегодня в воротах. Сон Хын Мин сыграет с Хаверцем. Почему так плохо? С одним нападающим решил начать Фред. Матч. Главный тренер. Впереди играет тоже есть Антони Марсиаль. Проходит он защитника. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Шикарно, если честно, было. Даниэль Поденса. Антони Марсиаль. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Фред. Фред. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Обидно. У нас три комментатора, короче, в этом матче. Фред. Ну, ладно. Букайо Сака с мячом. Хорошо, сейчас работает. Ой, как прокинул. Фред. С мячом Сака. Ох, Бегович, а смерть, красавчик. Казалось бы, шанс, удар с такой дистанции. И он не использован. Тренер просто в шоке. Вон даже за голову схватился. Был абсолютно уверен, что это гол. Сон Хын Мин. Блин, как же даже Роберто Карлос стрёмно играет. Ну, типа, как-то все так очень вязко, непрофессионально. Александр Арно. Так, Роберто сейчас хорошо. Он вот, но опять же. Просто приостановим, по сути, атаку наш соперник. Обыгрывает он защитника. Красиво. С мячом Бакайо Сака. Мяч потерян. Главный вопрос сегодняшнего матча: сможет ли Кай Хаверц продемонстрировать все свое мастерство в дебютной игре? В том, что касается понимания игры, ему нет равных. На адаптацию наверняка потребуется какое-то время. Отличная позиция, нужно забивать. Блин, как я сейчас не забил? Удар-то был вроде как бы створ. Просто четко, надежно, как и должен действовать голкипер. Был удар на камеру, тут нам говорят. Подкрутите мяч с помощью. Выберите силу R. Ну ладно. Центр штрафной, пошла подача. Сори. Ой-ой-ой-ой. Отличный отбор, но мяч-то кому достать? Вообще красавчик. Сон Хын Мин. Марсиаль. Сон, можно бить. Красавчик. Прекрасный Сон. Гол. Лайк за Сона, ребят. Просто лайк за Сона. Найс. Великолепен. Великолепен. Ну, только минус 59. Очень хороший, да. Начало FIFA. Просто нереально крутой. О, oh, no. Он поднял мяч у соперника. О, oh, no. Ой, пошел. Жал конца. Ого. Де Брюйн. Роналдо. Ух, Асмир Бегович. С такой-то дистанции. На тренере просто нет лица. Нельзя, конечно, разбрасываться такими возможностями. Даниэль Поденса. Команда оставила соперника без мяча. Хороший отрезок и хорошая комбинационная игра. Ну, вроде бы было близко. Опять же, близок локоток, да не укусишь. Да елки-моталки. Я уж думал, что это? Я вроде как-то так аккуратно пытался, но получилось не очень аккуратно. Вы сами все видели, да?
Ну окей, ладно. Сон, Соня, Сонечка, Санюша. Все-таки на гол мы наиграли и гол мы забили. То есть реализация у нас есть, к счастью. Погнали для нас. Команды поменялись сторонами и матч продолжается. Второй тайм, поехали. Шикарный начало. Сразу отдаем мяч нашему сопернику. Мяч в поле может быть опасно. Это наша тактика, играть на контратаках, отдать мяч сопернику. Без проблем забирает мяч. Отличный пас у Нонда. Фоденс. Момент для удара. Да блин, так все красиво сделал. Марсиаль за... Ну, да, запорол, в принципе, момент. Хотя ударил, но там... Ну, Фоденса как красиво все сделал. Кевин Де Брюйн. Ай-яй. Классно в отборе играет Ленгле. Кевин Де Брюйн. Фред. Идут Фредушка. С мячом Сака можно бить. Так. В атаке нужно продолжать. Хороший отрезок сейчас проводит команда. Хаверц сейчас забивать может. Хаверц. Мяч в сетке, отлично сыгран. Yes. Преимущество своей команды. Хаверц, Кай Хаверц. Немножечко потусить, потанцевать. Даже без этого, что ты делаешь? Ему нога еще нужна. Повторяют нам гол с очень близкого расстояния. Давайте повтор, реплей. Ну, красота, друзья мои. Красота. Чпуньк. Красота, все. Думал, кончу. Графика будет красивая. Hyper Motion 2. Но нет, цела. Кевин Де Брюйн. Это серьезно была заявка на гол, но защита не спит. Классно идет вперед. Сон Хюнмин. Фред с мячом. No. Он хорошо прочитал момент sorry. И перехватил мяч. Основного времени матча. Кевин Де Брюйн. КБХЗ. Твою ж, блин, ну как так-то? Твою ж налево, чуваки. Ну просто, что это такое? На последних секундах нам забили. Ну это, конечно, вот, ну не дело, ребят. Ну на последних секундах, ну что это такое сейчас было? Ну тренеры поговорили с командами, установки. Просто атас. Ладно, собрались. Отличный пас на ход. Сон Хюнмин. Сейчас счет может изменить. Да! На одном мяче он не успокоился. Сон. И забил второй на его счету. Лайк. Ну хоть кто-то у нас есть. Нифига себе, да что происходит, просто. Безумие. Но приятное в данном случае. Ёлка. Сон, красава. 5 голов уже забито в этом матче. Счет 3-2. Александр Арнольд. На этом все и заканчивается. Бля, это что сейчас было? Это что сейчас было? Ну, это просто какой-то Фред. Повтор гола нам показывает, где четко видно, что все же было рикошетом. К вратарю в такой ситуации претензий быть не может. И опять у нас это пиздец какой-то. Матч мы с вами смотрим. Это просто невероятный матч, ребят. И после первого дополнительного тайма счет. Так, ладно, окей, собрались, продолжаем. Передача на Мане. Отличный момент, есть! Сай? Мяч в ворота залетает. Чуваки, мне опять забили. Голы как из рога изобилия сегодня сыплются. Если бы не табло, сложно было бы их считать. Выходит он один на один. Все, команда расклеилась из... Буквально сразу же забивает второй мяч, и теперь... И все, я опять проиграл. Опять проиграл, к сожалению. Они проигрывают этот матч. Думаю, они не могут... Мы могли выиграть еще в первом тайме, но что-то вот пошло не так. То есть, как будто бы капнул наш состав. Как это такое все. Да. Печально, но... Такова, ребят, реальность. 1400, ну, окей. 1400, значит 1400. Получаем место. Ну,
На самом деле наш уровень сложности, я считаю, был наш. Мы могли здесь выиграть абсолютно. Но вот что-то реально, то есть мы 2-0 выигрывали, в итоге сколько, 5-3 проиграли, то есть дополнительное еще время, то есть ну что это такое было? Ой, ладно, тут столько всего, даже потом как-нибудь посмотрим.